На ежемесячном оперативном совещании заместители главы муниципалитета и руководители районных управлений и служб отчитались об итогах работы за март 2019 года. Так, МФЦ Ленинского района продолжает показывать высокие результаты работы. Он вошел в тройку лучших по Московской области. Продолжают открываться новые отделения. Готовы к открытию дополнительного офиса в Бутово парк. Задачи по срокам не отменяются. На 1 мая ориентируемся мы, соответственно, к этому времени будем готовы. В марте почти в два раза по сравнению с январем снизилось количество повторных обращений в скорую помощь благодаря своевременному реагированию и хорошей работе амбулаторно-поликлинической службы. Также ко дню Ленинского района планируется полностью обновить парк карет скорой помощи. Обновления ждут и объекты дорожного хозяйства. Работа по нанесению горизонтальной дорожной разметки, покраске бортового камня, парапетных ограждений будут проведены до 1 мая 2019 года. Соответствующая работа с подрядной организацией на сегодняшний день ведется. Заместитель главы муниципалитета Сергей Гаврилов рассказал о том, что в городском парке культуры и отдыха планируется создать автогородок на месте площадки для игры в бадминтон. Валерий Венцер предложил еще раз проработать вопрос размещения этого объекта совместно с депутатами и главой городского поселения Видное Моисеем Шаваиловым. Обсудили также ситуацию в районе с капитальным ремонтом и работу управляющих компаний. Мы успели в погожие дни марта на территории именно города Видного закрыть все обращения граждан по текущему ремонту швов. Наверное, не следует скрывать, что у нас проблема с кровлями. Вот, и мы планируем в апреле, мае подобрать жесткие, мягкие кровли, чтобы в июне уже можно было раскрывать там, где текущим ремонтом, жесткие кровли. Валерий Венцель озвучил основные задачи на апрель. Он призвал как можно скорее и тщательнее привести район в порядок после зимы, очистить дороги и тротуары от грязи и остатков песко-соляной смеси, проверить ливневую канализацию и покрасить деревья. Обращаю внимание на уборку дорог, обращаю внимание на уборку тротуаров. Не просто промести, а еще и промыть. Значит, вот начиная с сегодняшнего дня, не с Советской площади, а значит, уходим во все микрорайоны, сельские, городские поселения, для того, чтобы мы вымыли всю эту грязь, которая осталась после зимы. В рамках месячника по благоустройству уже прошло два районных субботника. В этом месяце планируется проводить их каждую неделю. А 20 апреля состоится общеобластной субботник, в ходе которого планируется не только завершить уборку территории муниципалитета, но и посадить новые деревья вдоль дорог и вылетных магистралей. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.